Отойдите с трамвайном после проекта. Я очень убедительно вас прошу. Отойдите с трамвайном. А если вы не отойдете? Отойдите с трамвайном. Поддержите народ. Вы будете своей силой дальше. Хорошо. Сколько же над нами будут издеваться? Мы стоим здесь. Вы защищаете кого? Вы противоправные действия сейчас совершаете. Вы трамвай. Вы перекрыли движение транспорта. Мы не хотели сюда нас убивать. Вчера нам не дали сказать слово. Он не вышел. Ну а сейчас попросил прийти сюда. Нет, попросил вчера прийти к 3 часам. Пришли? Нас не пустили туда. Сказали, он уже уехал. Сказал, мы все люди, чтобы вы знали. Да какие люди? Они верили. Мы не верим. Мы то же самое говорили им вчера. А с другой стороны, мы им не верим. Мы не понимаем. Нам не Мы ждем администрацию. Они нам сказали, что они сейчас должны быть. Они должны быть. Почему не приехал в Кирнес? Да. Вопрос. Я его сюда не вызываю. Фирма. Ваши кто-то прислал? Есть такое понятие, звонок 2-2. Мы должны отреагировать. Вам грузчик с вокзала позвонил, что у нас здесь такое происходит. Без разницы, грузчик или лёгкий. Не может быть. Тоже выбирали люди. Мэр почему его здесь нет? Почему вы представляете его? Я не его представляю. Я приехал вам объяснить. А вы с народом. Сейчас оставили нарушение общественного порядка. Да. Внимаете, все знаем. Нам не надо. Скажите, если ваши амбиции завтра... Мы спокойно работали, что называли. Такое творится в Харькове, и головы нету. Где Гена? Где Гена Кернес, которого выбирали люди? Где они все? Вот вас скинули с гранатами на топик Александра Матросова. Вам-то зачем? Вам зачем это? Вы какой? Вы ничего. Вы ничего. Вы не решаете ничего. Они вас скинули, брат, оказывается, гранатами кидайся. Все. Вот все решение вопроса. А вы к этому делу никакого отношения не имеете. Ну что? Это серьезно.